Меня зовут Назиметдинова Маргарита Глебовна, я культорганизатор отделения дневного пребывания. Сегодня мы с вами будем делать бабочку в технике монотипия. Для этого нам понадобится акварель, кисточки, бумага. Печатать можно с любой поверхности. Стекло, с бумаги на бумагу, с файлика на бумагу. Возьмем акварель. Чтобы акварель была более густой, используем шампунь или средство для мытья рук. Разводим шампунь. И по этой поверхности начинаем рисовать бабочку, акварелью, гуашью. Все, что у нас есть. Так, теперь приступаем к рисованию акварелью. Рисуем бабочку. Чтобы она была более насыщенной, берем цвета погуще. Монотипия — это единственный отпечаток. Каждая бабочка будет. Берем акварель. Начинаем творить. Каждая будет бабочка единственная и уникальная. Стараемся делать ее симметричной. Можно с краски смешивать на палитре. Нарисуем тело бабочки и усики. Погуще краску. Даем форму, какая нам нравится. Берем лист бумаги и делаем отпечаток. Смотрим, что у нас получилось. Вот такая бабочка у нас получилась. Затем можно придать какой-то графический рисунок. Даем рисунку подсохнуть, а потом можно придать какой-то графический орнамент бабочке. Вот такой мастер-класс у нас сегодня получился. Всего вам хорошего, здоровья. Смотрите нас. Будьте с нами.